И всем привет, с вами Ваня. Так, простите. Всем привет, с вами Ваня. И как вы уже могли догадаться по названию ролика, мне привезли все мое лего. И вон там еще пакет, коробки. И тут еще немножко деталей. В общем, сейчас я буду строиться. Ну, подстроиться я имею в виду строить ту базу, которую вы могли видеть в первую серию мультика. Вот, и будут выходить видео по лего. Так. А, нет, поставлю телефон на зарядку. Сейчас. Так, и продолжаем. Так, сейчас возьму лампу. Горит? Да. Ее я поставлю вот сюда, так, чтобы она все освещала. Это я возьму. Поставлю. Пока что. Так, пусть она отдохнет, так сказать. Ладно, сейчас я поставлю все коробки на стол, и вы увидите. Итак, да, я все расставил. Вот так будет лучше. В общем, здесь все мое лего. И не только лего, вон там еще лего. К примеру, вот это. Это же не лего. Это у нас что это? А, 2 часа бесплатного катания на каток. Lotus Plaza. Подарочный сертификат. Ну, это я сам выиграл там, в общем, неважно. Так, машина Джея. Робот Кола. Так, Бэтмобиль тут лежит себе, полеживает, так сказать. Сюда, наверное, лампу поставлю. Да, вот так. Так, у меня голос немножко пропадает. В общем, так, тут у нас моего двоюродного брата. Это так отдельно. Так. Смотрите, что я нашел. В общем, я продолжаю. Так, сейчас вы не видите, здесь огромная куча лего. Вон там я на окне уже так расставил, так сказать, лего. Домики я потом беру вон туда на полку. Сюда вот так поставлю. В общем, здесь я уже начал строить вот эту базу из вот этих белых деталей. Вот. Коробки, наверное, потом выше поставлю, а была сюда. В общем, так, беру вот это и там. Вот так вот. Так вот. В общем, ставлю на паузу. И да, я уже достроил храм, так сказать. Так, сейчас у меня одна деталька улетела. Вот. Потом я доделаю еще вот эти вот 2 пластинами. Вот он. Так, только это надо чуть-чуть передвинуть. Не вмещается. Там что-нибудь сейчас придумаю. И да, я задумался, как поставить 2 пластину. Я просто подвинул ковер. Так, поставлю это как фонарь. В общем, это будет первый выпуск, наверное. Сейчас я выпущу 2-й. Так, вот сюда я еще поставлю храм маленький. Ну, только маленький. Все будет как обычно, только вон там не будет фонтана. Я решил его убрать. Если вы не помните этот фонтан, то это вот этот лев вот так стоял. И из него типа текла вода. В общем, вот так. Хотя нет, не буду делать обзор на 2 части. В общем, я продолжу строить. Вам это как доли секунды, а мне это долгие мучения. Вот с этим я мучился где-то 10 минут. Для вас это всего 4 минуты. 2, наверное. В общем, я продолжаю. В общем, ладно, я решил разделить это все на 2 части. В общем, ладно, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Пока.